Мечтаете о собственном доме на юге, но не можете определиться с проектом? Специалисты компании «Стройгарант Анапа» помогут вам в этом. Сегодня мы хотим вам рассказать о двух проектах коттеджей, которые пользуются наибольшим спросом. Начнем с дома площадью 90 квадратных метров. Данный коттедж одноэтажный, в нем есть прихожая, коридор, санузел, три спальни, большая кухня, гостиная и терраса. Самая большая спальня площадью 17 квадратных метров. Она эркерного типа, поэтому здесь несколько окон. Установлены двухкамерные стеклопакеты для лучшей теплошумоизоляции. Вторая и третья спальни немного меньше – 11,7 и 12,7 метров соответственно. Везде постелен ламинат 34 класса износостойкости. Ну а там, где выложен кафель – это зоны теплого пола, а именно в прихожей, санузле и кухонной зоне. Во всех помещениях сделана электроразводка, установлены выключатели и розетки фирмы «Шнайдер». Также везде выведены розетки под сплит-систему и вентиляционные решетки. В санузле все готово для установки и подключения сантехники и необходимых бытовых приборов. Теперь расскажу вам более подробно о планировке данного коттеджа. Встречает нас прихожая площадью 4,2 квадратных метра. Далее идет коридор почти 6 квадратов. Таких же размеров и санузел. Первая спальня 17 квадратных метров, вторая 11,7, третья 12,7 квадрата. Большая кухня-гостиная площадью 29 квадратных метра с выходом на террасу. Ее размер 21 метр. Она не входит в общую площадь дома. Сделав над ней утепленный навес и застеклив ее, получится неплохая прибавка к жилой зоне коттеджа. Еще один популярный проект – это коттедж площадью 130 квадратных метров. Как вы видите, он имеет два этажа, так что если у вас большая семья, это идеальный вариант. Давайте посмотрим. На первом этаже у нас расположены коридор, спальня с эркером, санузел и огромная кухня-гостиная площадью почти 40 квадратных метров с выходом на террасу. Тут также есть три зоны теплого пола в санузле, кухне и прихожей. В гостиной установлена лестница из бука. Качественный долговечный материал, который прослужит вам многие годы.
Второй этаж встречает нас коридором, откуда мы попадаем во все спальни и второй санузел. Санузел полностью выложен кафелем. Сделана сантехническая и электроразводка. Установлена принудительная вытяжка с вентилятором. Во всех спальнях уже имеются выключатели и розетки. Конечно, и под сплит-систему. Все для вашего комфорта. Внутреннюю отделку помещений вы можете выбрать сами из нашего стандартного каталога. А также воспользоваться помощью нашего штатного дизайнера, который поможет подобрать вам все элементы интерьера. Первый этаж встречает нас прихожей, ее площадь 6 квадратных метров. Санузел также 6 метров. Спальня с эркером чуть более 15 квадратных метров. И кухня-гостиная практически 40 метров. Площадь террасы 22 квадратных метра. На втором этаже расположены 3 спальни 13, 15 и 17 квадратных метров. Санузел 6,5 метров и коридор 10 квадратов. Есть желание изменить стандартный проект? Мы создадим и построим для вас дом по индивидуальному архитектурному проекту с учетом всех ваших пожеланий. Навесы, застекленные террасы, сауны как внутри дома, так и стоящие отдельно, бойлерные и даже бассейны. Надеюсь, мы помогли определиться с выбором вашего будущего коттеджа. Но если есть желание посмотреть другие проекты, посетите наш сайт sga23.ru. Обзоры всех коттеджных поселков и домов смотрите на нашем канале. Подписывайтесь на него, впереди еще много интересного. Компания «Стройгарант Анапа».